На улице похолодает, в домах потеплеет. Первый снег в Самаре синоптики обещают уже в четверг. Столбик термометра опустится до 0,5 градусов. Местами, возможно, заморозки до минус 3 градусов. В этот же день, по предварительной информации, в домах начнут включать отопление. Сейчас в администрации города готовят соответствующие распоряжения. В первую очередь включить и включать лечебные учреждения, стационары, дошкольные учреждения, потом уже объекты образования, школы. В департаменте ЖКХ обсудили последние приготовления к предстоящему отопительному сезону. И управляющие компании, и ресурсники рапортуют. Опасений, что тепло не поступит, нет. В принципе, к началу отопительного сезона мы были готовы еще с 5 числа начать. Мы подготовили все оборудование станции, подготовили тепловые сети, все объекты, переклады, которые у нас влияли на систему подачи теплоснабжения. Мы все монтажные схемы в полном объеме собрали. Подключение тепла – технически сложная процедура, и полностью она завершится в течение 2 недель. В эти дни все службы городского хозяйства будут работать в особом режиме, контролировать подачу тепла в каждое здание. А их в Самаре более 10 тысяч. В департаменте ЖКХ будет работать горячие линии по вопросам отопления. Марина Матвеевна, Станислав Левин, события.